Сегодня что делали? Новые товары, реклама, склад. Физкультура была на велосипеде. То есть, в принципе, повторил вчерашний день, но как бы результатом не сильно доволен, потому что много было отвлеканий, отвлекался на всякую ерунду. То есть на завтра что, дисциплина по задачам, по заданиям, по рекламе, плюс обучение, маркетинг, плюс завтра суббота, еще полдня. Полдня будет с утра, наверное, реклама с работой. Новые товары. Час на этот товар, час на этот. Все остальное время буду на складе. И завтра еще отдохнуть. Немножко надо будет провести время с детьми. Это все. Такой план.